Привет! Сегодня я буду делать вот такую стрижку Pixie Mallet бритвой. Начнем с разделений. Сначала я изолирую топ-зону. На следующем этапе я изолирую верхнюю затылочную зону и начну делать стрижку с нижней затылочной зоны. Я беру первую рабочую прядь в центре нижней затылочной зоны и выполняю на ней внешний угол среза. Остальные пряди в этой зоне я буду брать точно так же вертикально и оттягивать их параллельно друг к другу, перпендикулярно задней плоскости. Делается это для того, чтобы сохранить максимально объем и длину за ушами и убрать объем на уровне occipital кости. Я проверяю баланс. Я перехожу к верхней затылочной зоне. Точно так же я начинаю с центрального пробора. И в этой зоне я выполняю прямой угол среза под 90 градусов, оттяжка параллельно полу. Разделения при этом вертикальные и оттяжки радиальные. Каждая прядь оттягивается на своем месте для того, чтобы создать равномерный объем по всей верхней затылочной зоне. Проверяю баланс и равномерность длины на границе верхней затылочной зоны. Я перехожу к боковым зонам. Здесь я буду выполнять тот же самый прямой срез, но длина будет меньше, чем в верхнем затылке. Это делается для того, чтобы стрижка не была слишком объемной на висках, и это особенность всех стрижек в стиле Mallet.
Затем я корректирую контур и делаю соединение с удлиненными прядями нижней затылочной зоны, а затем и с прядями верхней затылочной зоны. И это удобно делать диагональными проборами в направлении от лица. Повторяю тот же самый процесс на другой стороне. Проверяю баланс. Я перехожу к топ-зоне. Первую рабочую секцию я выделяю параллельно границе топ-зоны. Оттягиваю ее параллельно полу и выполняю срез под 90 градусов. Длину я выбираю большую, чем длина на висках. Делается это для того, чтобы сохранить объем в топ-зоне, а виски на фоне топ-зоны должны смотреться более плоскими и прижатыми к голове. Топ-зона должна быть более подвижной и удлиненной, особенно с краю. То же самое я делаю и на уровне затылка, на границе топ-зоны и верхней затылочной зоны. И то же самое делаю с другой стороны. Я беру следующий слой волос и выполняю точно такие же действия по кругу. Я перехожу к зоне челки. Отделяю ее симметрично треугольником от центрального пробора. Это приблизительно 3 сантиметра от краевой. И начинаю стрижку с центрального пробора. Оттяжка под 90 градусов, срез под 90 градусов. Идея в том, чтобы создать равномерный и легкий объем во фронтальной зоне. Боковые пряди я немного перенаправляю к центральной, для того, чтобы создать в середине более короткую прядь и сохранить длину по краям челки. Это также даст мне V-образную форму контура челки. Перехожу к стрижке центральной части топ-зоны. Я выделяю рабочие секции, параллельные центральному пробору. И выполняю прямой срез под 90 градусов, при этом я использую глубокий зубчатый срез, делая его с шагом в 2-2,5 см. И это дает максимальную текстуру, эффект зубчиков, так называемых. Продолжаю двигаться параллельными проборами от центрального в одну сторону и в другую. Оттяжка перпендикулярна наверх.
Выполняю кросс-чек, а заодно проверяю равномерность текстурирования. Добавляю глубокие срезы там, где вижу более плотные пряди. Корректирую контур. Делаю соединение с боковыми прядями. Слежу за тем, чтобы на контуре текстурирование было равномерным. Я буду сушить волосы с помощью диффузора. Несмотря на то, что волосы у меня прямые, я буду использовать диффузор для того, чтобы сохранить естественный объем и придать текстурный эффект этим волосам. А перед тем, как начать сушить, я формирую их пальцами и расческой в том направлении, которое мне хотелось бы увидеть в сухом виде. Последний этап стрижки я буду выполнять на сухих волосах. Это добавление деталей, персонализация, коррекция объемов и контура. Я создаю короткое обрамление непосредственно вокруг уха. Это делается для того, чтобы верхние более длинные пряди мягче прилегали к ушам, не топорщились, и краевая выглядела более прижатой к голове по периметру. Детализацию на сухих волосах я люблю выполнять ножницами, а не бритвой. Во-первых, ножницы дают большую точность. Во-вторых, бритва на сухих волосах часто создает более повреждающий эффект, особенно на осветленных и чувствительных пористых волосах.
я добавляю слайсинг в тех местах, где вижу чрезмерный объем. Моя цель заключается в том, чтобы по всей стрижке создать эффект равномерной легкости и подвижности и одинаковой степени текстурированности. На финишном этапе я использую текстурирующую пасту с сухим эффектом. Мне важно создать эффект равномерной беспорядочности, который бы укладывался в какую-то довольно четкую структурную форму. Это довольно сложная задача, потому что одновременно нужно сделать хаос, и в то же время хаос должен быть структурированным, упорядоченным, и он должен укладываться в довольно определенный силуэт. И это, наверное, одна из самых сложных задач в парикмахерском деле.